Ребят, всем привет! Сегодня у нас будет с вами пятая по счету выставка ножей. Так, ну, назовем ее, наверное, больше как таких эксклюзивных ножей, потому что вы их некоторые, ну, почти основное здесь не видели. Здесь новинки. И сейчас я вот так камеру поудобней. И такие интересные металлы. Итак, давайте, наверное, приступим. Покажу я вам, ну, начну я, наверное, вот с этих крокодилов. Вот смотрите. Сталь D2. Я крупным планом тоже покажу их сейчас вот так. Так, сталь у нас D2. Твердость 62-63 единицы. Вот такой вот крутой рисунок. Прям как настоящий булат. Смотрите, видите такой рисуночек. И такая всечка. Я знаю, что крокодил это такой нормальная тема мужская. Вот. Вот какой вам больше нравится, мужики, нижний или верхний крокодил? Напишите в комментариях, буду очень благодарен. Смотрите, какая крутая всечка, крупный план. Цена любого ножа 9000 рублей. Но ножи комплектуются, соответственно, ножнами из натуральной кожи и сертификатом. Так, есть, да, еще по ТТХ, просили ТТХ говорить. Так, давайте, вот это вот я не озвучивал ТТХ, здесь, значит, 145 на 31 и толщина 2,6. Есть. Следующий у нас ножичек. Давайте начнем мы, наверное, вот с этого ножа. Нож называется «Медведь». Его ТТХ 155. Сейчас я вам его достану. Сталь здесь такая тоже очень интересная. Сталь под названием Ванадис 8. Шикарная железка, агрессивная. Кто знает, когда был 10-й, вот это вот замена его. Хорошая сталь, вот такая подгонка. Ну, ножичек, как вы поняли, это здесь одни ножи, поэтому других нет. Поэтому то, что вы видите, то и получите. Бакота дерево, пины мозаичные и такая акриловая вставочка. Цена данного ножа вот с такими вот ножнами 13 500 рублей. Такая вот красота. Тоже железо вообще, железяк обрабатывается очень тяжело. Прям, ну, очень тяжело. Есть. Так, далее. Следующий нож у нас тоже медведь. Тоже из стали Ванадис 8. С такой всечкой. Смотрите, какой медвежонок здесь с волком. Такой, знаете, ножик мощный. Обух четверочка. Веточки там, я не знаю, там срубить палочку какую-то, да? Ну, вообще, как нож позиционируется, как охотничий универсальный нож. Я извиняюсь, то, что в нос говорю, там приболел немного. Где-то просквозило, походу, на работе. Так, вот. Вот. И вот эта цена вот этого ножа 10 тысяч рублей. Есть. Следующий ножичек у нас это скорпион. Вот он в таких ножнах формованных идет. Рукоять здесь Ironwood. Так, сейчас, секундочку, ножны я положу. Да, вот они, смотрите, я вам покажу еще раз. Рукоять Ironwood. Вставочка стабилизированный зуб мамонта зеленого цвета. Так вот. Переливается. Ну, соответственно, ножи они будут все заточены, иметь бритвенную заточку, закален. А, да, я забыл сказать, Ванадис 8 закален на 63-64 единицы, Крио S390 закалены на 67,5 Крио. Вот это вот. Цена такого экземпляра 23 500 рублей. Так, к следующему ножичку переходим. Нож тоже называется «Медведь». Нож уже эксклюзивный, не дешевый, дорогой нож. Сталь здесь шик, блеск и красота. Вообще во всем, потому что сталюга
на данном ноже. Вот такая вот 125-ка S125V. Сведение в 0,2 на нем. Шлифовка мелкий сатин. Рукоять морж, скримшоу. Вот видите, медведь. Отношения не выясняют с тигром. Где-то, наверное, там, в Приморском, наверное, крае. Там же медведей полно и тигры уссурийские. Вот, наверное, где-то там. Так. Ну, вот такая вот ручечка. Нож заточен, соответственно. Закалка Крио 64 единицы. Сталюга-зверь. Цена данного ножа 55 тысяч рублей. Кто скажет, что дорого, значит, тому и быть дорого. Попробуйте сделать вот скримшоу, он рисует. Это очень тяжело. Очень тяжело. И также морж тоже достать сейчас становится очень большая проблема. А дальше вот такой вот ножичек. Нож называется Бекас. Такая вот здесь тоже шлифовочка, подгонка. И, соответственно, ручка стабилизированной карельской березы и ставочка из темного кориана. А их есть в наличии, по-моему, 5 штук таких ножей. Там только на одном латунь стоит, а здесь вот Низельберг. Его цена 6,5 тысяч. Это, знаете, это что-то наподобие финского ножа, что ли, так назовем. Ну, как вот вы думаете? Вот. Я считаю, что данный нож, он позиционируется вообще как финский нож. Тут ничего, в принципе, лишнего. Тут такая классическая форма клинка, да? Так, по поводу ТТХ. 135 на 27-28 и обух четверочка. Сталь N690. Сталь не ржавеет. Закалка Крио тоже на 61 единицу. А в комментариях мне задали там вопрос, как ее сравнить там с Элмаксом. Кто-то там утверждал, нет, это бред. С Элмаксом ее не сравнишь, Элмакс вообще другая железка. Элмакс порошковая сталь, это нет. Да, то, что производство одно и то же, ну да, это есть. А сталюги две разные. Цена 6,5 тысяч, соответственно, ножны в комплекте. А следующий ножичек у нас тоже новиночка. Такие вот ножны. Нож называется Ирбис. Опа. Так, сейчас, секундочку. Ирбис из суперагрессивной стали. Рекс 121. Сталь действительно, ну, пипец какая агрессивная. Режет она удержание режущей кромки долгое. По химсоставу в данной стали, я вам так скажу, 3% углерода. Ну, кто в теме, тот понимает, что это как бы полный чугун. Ну, она вообще резать, ну, изначально уже будет. А, мало того, закалка у нее тоже Крио, на твердость 70 единиц. Прям чистыми 70 единиц, даже 70 с половиной. Если кто не верит, я могу показать. Кстати, надо будет как-то снять видео. Тоже мы долго термичили вот эту вещь. Смотрите, какой красивый, да? Тоже всечка такая. Позиционируется как универсальный нож, хоть на охоту, хоть на рыбалку. Так, приспущенный, да, как вот вы вам просмотреть носик. Так, и ТТХ. ТТХ у него 120 на 35 должно быть, да, на 35 и на 4. Ой, все, есть. Так, еще один нож у нас А, нет, давайте вот этот нож покажу, и потом покажу вам суперское ноу-хау. Так, это нож у нас Куница. Его цена 3200 рублей. В бересте. Сталь нержавеющая 95Х18 наша отечественная. Нож тоже, соответственно, заточен. Заточен он, не знаю, волос тушь не осталось. Заточен он, вот, как вы видите, тоже броет. Все. Такой вот ножичек. 3200 рублей. Следующий у нас красавец. Теперь смотрим. Просто и делаем выводы. Пишите.
Во-первых, вот такие ножны. Ножик делался, сразу вам говорю, под выставку. Смотрите видео, сейчас я объявлю, какая будет выставка. Я вам сейчас покажу. Ножик делался у нас под выставку. Охота, рыболовство на Руси. В Москве будет проходить, я туда поеду. Это карбон. Я не знаю, передает ли вам эта красота, какой он красивый. И сталь S125V. Нож full tank. Сталь не ржавеет, режет просто великолепно. Сведенница здесь у данного ножа 0,3 мм. 0,3-0,4 мм. Мы делали его чуть усиленным. Вот такой вот ножичек. Так вот он все сделал. Да, шик, просто карбон вообще шикарный. Так, да, и по пол... А, давайте я вам такой этот покажу. Сейчас, так, ребят, подождите. Вот сюда вот. По поводу выставки. Так, вот она у нас выставка будет проходить. Вот это вот, кому интересно, кто хочет увидеть в Москве. Кто будет, может. Значит, давайте крупный план сделаю. Международная выставка охоты и рыболовства на Руси с 3 по 6 марта. Там я буду. Москва, ЦВК, экспоцентр, Краснопресненская набережная, дом 14, павильон номер 2. Стенд «Кузница Династия». Любая информация вот у менеджеров, если кому-то ножи какие-то надо туда, еще что-то, ну, пожалуйста. Так, сделаем. Так. А, да, еще, значит, сразу вот это покажу. По поводу, значит, кому надо... Сейчас, секундочку. Ну, это бюджетка, она тоже в наличии, вот смотрите. Вот эти ножи в наличии, цена 2800 рублей. Любой ножичек здесь стоит. Кому что нравится, тоже можете заказать, они всегда в наличии. Так, сейчас я вам просто хочу показать такую вещь. Давно хотел попробовать. Видел как-то в одном ролике. Заточку проверяют. Так, видно, да, меня? Угу. Сейчас, секундочку. Так, вот сделал у нас все. Так, что там, все нормально, да? Просто хочу попробовать, как это вообще... Первый раз, честно слово. Так, смотрим. Эх! Не, не мое это, не перерубил. Сейчас еще раз, подождите. Просто ради прикола. Я просто видел, я не знаю, как это там делается. Так. Сейчас. Okay. Есть. Ну все, четко. Просто надо знать правильный угол. Вот. Это 125-ка. Ну это так, просто ради шоу, что ли. В общем, кому что нравится из этого видео, мужики, телефон менеджера, WhatsApp, Viber, +7 920 005 42 55. Заказывайте, отправят вам в день заказа. Всем спасибо. Не болейте.